Всем привет! Продолжаем путешествовать по музею Ирарта. Музей Ирарта представляет выставку сюрреалистичных костюмов Венеры Казаровой. Белые сны, скрывающих под масками острые чувства несовершенного мира. Так написано в анонсе. Костюм как арт-объект, не претендующий на утилитарность, утонченная красота и уязвимость белого листа бумаги. Автор, чья инсталляция была представлена на неделе моды в Москве, искусство Венеры Казаровой – это искусство потрясения. За необычностью работы автора скрывается острое чувство несовершенного мира. Когда я смотрю новости, то потом не понимаю, как можно творить, когда вот это происходит, говорит художник. У меня ощущение, что я не имею права это делать, что нужно менять мир, но я не могу, и никто не может. Я работаю с тем, что потрясает меня сильнее всего, а именно красота, насилие и абсурд. Ты смотришь на что-то красивое, но вспоминаешь, что около красоты есть и ужасное. Свой стиль Казарова определяет как фэшн-сюрреализм. Ее работы построены на сложных образах, сновидениях и ассоциациях, пропитаны тонким психологизм. С помощью костюма автор превращает человека в фантастическое существо, супергероя, но вместе с тем стремится и защитить его. Не случайно так часто Венера Казарова использует в работах одеяло, подушки и матрасы. В этих причудливых нарядах люди напоминают прекрасные хрупкие елочные игрушки, заботливо укутанные ваты до следующего года. Художник мастерски использует бумагу. Ее хрупкость и уязвимость привлекает Казарову. Это то, с чем я работаю, это то, с чем я себя ассоциирую, белый лист бумаги. Это высшая форма непрактичности, поясняет она. Представлены на выставке в музее Ирарта костюмы Венеры Казаровой не утилитарны и даже не театральны. Это арт-объекты, которые автор объединяет в тотальные инсталляции и перформанс. Ну, вот так написано в анонсе о выставке Венеры Казаровой, которая проходит в музее Ирарта. Пока-пока, до свидания.